Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». И у нас событие какое-то. Ох ты! Зашибись, ребят, я в таком событии еще не был, поэтому сейчас заценим. Так, для начала мы заберем вот здесь вот все. Так, замечательно. Я думаю, что, наверное, надо чуть-чуть потише сделать, потому что в том видео мне показалось, в прошлом было слишком громковато, да? Выстрел и всякая там ерунда. Поэтому сделаем чуть-чуть потише. Ну что, надеюсь, вот так вот будет получше. Так, интересно, что это за ивент? Сейчас глянем еще здесь, кстати. Не скинули меня случайно? Да, скорее всего, скинули. Эй, ну давай, прогружайся. Да, меня на вторую позицию сбросили. Сейчас быстренько мы разберемся, да? Я думаю, что вы будете не против моего, так сказать, наказания. Отлично. Минус. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Расстреливаем. Черт, по-моему. Или успеем? Не, должны успеть. Минус. Или не успеем? Черт подери. Успела, молодец, снайперша. Ты умница у меня. Выстояла, красава. Так, хорошо. Минус, как говорится, один. Давайте сразу же и второго приберем к рукам. Это у нас Фарид Рейвен. Давай, Фарид. Хоть я уже и на первом месте, но будем убирать конкуренцию. Ага, все, я понял тактику его. Он просчитал, где у меня стоят. Сейчас, секунду. Все, ему хана. Да, ребята? Ну что, я в топе. Он, короче, специально просчитал, где стояли мои юниты. Видели, да? Гренадир у него стоял на первой полосе. Он бросил гранату уже заведомо для того, чтобы убрать практически всех моих солдатиков. Но не вышло у него. Вот так вот. Так что мы с вами в топе. И вот так вот надо периодически, ребята, держать, проверять. Сбросили тебя, не сбросили. Все, ладно. Это уже на потом. Сейчас мне очень интересно посмотреть, что это у нас за новое событие. В первый раз я такое вижу. Так, секунду. Посмотрим, кто у меня взят. Турель. Вот этот вот пока нам не нужен. Давайте я возьму, наверное, лучше Берса на всякий случай. Так, Кэп тоже, скорее всего, нам здесь не пригодится. Хотя хрен знает, пригодится он нам, не пригодится. Миссию-то еще пока не смотрели, поэтому... Давай возьму я лучше Соньку на всякий случай. Вот так вот. Огнеметчик здесь тоже как-то не в тему. Может быть, нам лучше взять генератор? Вот так вот. Все, ребят, ну, первый раз захожу, смотрю, ничего не знаю, как говорится, что здесь происходит. Так что не обессудьте. Это ивент какой-то. Меню Rage. Поехали. Так. Начинается как-то с... Погоди, а почему? Эй! Ой! Сори, это же человек был. Ёпарасоте. А что за ерунда? Я не могу понять. Что надо сделать? Так, секунду, что-то не врублюсь я. Блин, не пойму, если честно, что надо сделать-то? Ну, я бросаю гранату. Вот сюда, да? Мне дают коктейль Молотова. Почему-то только одни бочки. Странно как-то. Ну, брось гранату быстрее. Куда же ты ее бросаешь-то? Ага, турель. Кажется, я понял. Мне нужно, чтобы вот эти вот девочки были в безопасности именно в автобусе. То есть мы как бы их спасаем. Слушайте, ну, в первый раз я вижу вот такой вот ивент. Но я вам скажу сразу, что это очень хорошо. Это разнообразие хоть какое-то, понимаете? А это говорит о чем? О том, что разработчики на месте не сидят. Они все-таки хоть как-то что-то придумывают. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну, пулемет, ё-моё, ну стреляй ты! Есть, молодец, красава. Надо бочек вот здесь поставить побольше. И гранаты уже бросать, в конце концов. Прям туда, в эту толпу. Давай, бросаем, только... Упс. Шериф, ты где? Стреляй. Так, надо побольше тут все-таки бочек поставить, мне кажется, да? Давай-ка еще бросим гранатку. Слушай, мне бы, знаешь, что не помешало бы, на самом деле? Турель. Еще одна. Так. Оу, камикадзе уже пошли.
Это плохо. Слушай, а почему у меня ярость не растет, а? Кто мне скажет? А, наверное, потому что я зомбарей не убиваю, так? Так. Блин, блин, блинский, давай доставайся где-то там. Угу. Хорошо, пока бомбим. Вот, вторая турелька у нас появилась. Ребята, бросок гранаты тоже отнимает ярость. То есть мы здесь полностью зависим от ярости. Вот так-то. Не все так просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, это, конечно, хреновенько вот так вот. Ой, это же зомби, которым пофиг на все, ребят. Им пофиг на эти турели. Да блин. Эй, что тут происходит? Черт подери, а? Ну, без юнитов же очень сложно. Очень сложно, ребят, сразу вам скажу. Чересчур даже. Ну, тут не справиться, ну, никак. Все, подбили. 11 девушек я спас. Спасение принцессы. Рекорд, ё-моё. Слушайте, ну, хорошо. Только вот немножко, как бы, я недопойму. Ярость у нас зависит от того, что мы убиваем зомбарей. Это понятно. Но как вам сказать-то? Понимаешь, на тебя начинают бежать вот эти вот зомби, бегуны, камикадзе. И как я здесь должен, по идее, вот справляться с этим, со всем хламом? Кто вот это мне объяснит? Ну вот я бросаю гранату. Он бросает ее с охрененным, честно вам сказать, интервалом. Понимаете, да, к чему я говорю? То есть он не сразу вот я нажал, а он бросил. Нет. Надо ждать определенное время, там секунды, через которые он бросит. Да. Это вот мне вот так вот придется бочками, что ли, тут до этого обороняться. Во, турель вышла. Давай турель поставим. И бросим вот, например, туда гранату. Ага, как-то вот так вот должно у нас получаться. Бросай, бросай, бросай быстрее, шериф, ну! Есть, хорошо получилось. Вот сейчас было хорошо все. Блин, бочку эту, ну ладно, поставим ее вот сюда. К примеру. Вот этот вот полицейский мне не нравится, если честно. Его бы как-то убрать отсюда. В принципе, я знаю, как сделать. Взорвать бочку. Пускай горят все пока. Значит, в тот раз мы с вами 11 девушек спасли, да? Сейчас посмотрим, сколько на этот раз у нас получится. Вот уже начинается, бегуньи пошли. Ага. Ну-ка дай гранату туда кидану. Пускай подавятся. Сделаем откатик. Еще гранату. Вот так вот. И подожгем, наверное, да? Или не надо? Давай подожгем. Заморозку поставим и еще одну турель. А также бочки. Не зря здесь, ребята, очень даются много бочек, потому что потом будут бежать вот эти вот камикадзе. И нам, естественно, нужно их сносить. Так. Здесь подожгем. А что это у нас строители ни шиша не горят? Кто мне это скажет? Они должны у нас гореть в аду. Но они не горят почему-то, блин. Почему так происходит? Да получите вы, упыри. Хорош бежать уже. Бросаем гранату. Что-то хреново как-то нам это все дело помогает, если честно. О, пошла возня. Блин, жесть, просто жесть. Посмотри, что происходит. Воу, тут уже все, тут хана нам. Я даже никак не смогу здесь защитить себя. Ну, бочки стук поставить.
бочки, гранату бросать. И все. Больше никак, ребят. Спасти принцессу, блин. Но на этот раз я спас на 3 больше. То есть суть у нас дойти до вот этого вот ящичка, да, получается. Это нужно нам 150 принцесс спасти. Это в общей сложности. Да, не кисло. Причем здесь абсолютно, ребят, не зависит, какие у тебя юниты вот тут находятся, ну, которых я взял. Вообще абсолютно плевать. Тут все зависит именно от этих бочек, от турели. Кстати, посмотреть надо, турель у меня прокачана или нет. Ну-ка, посмотрим. Да, турель прокачана. Бочка вот эта не прокачана, кстати. И это тоже. А вот это, ребята, упущение, если честно. Мое. Хм. Так, что у нас тут? Ага, вот это вот я закуплю. Так, у меня уже 2 ящика. Давайте вскроем сразу их. Отлично. А здесь? Слушайте, ну я думаю, не знаю, почему-то мне кажется, что вот в этом ивенте, который сейчас у нас в данный момент идет, будет новый какой-то юнит. Я, конечно, могу ошибаться. Могу ошибаться, но вот кажется мне. В общем, в любом случае, я пройду, наберу 150 этих принцесс, должен я их спасти, а там уже мы с вами посмотрим, что нам дадут за это. Мне очень интересно. Очень интересно, надеюсь, вам тоже. Ну, если даже и просто дадут нам бонусы, это тоже неплохо, поверьте мне. Так, давай-ка мы запалим. Отлично, минус. Так, секунду. Надо вот этого вот говнеца подбить. На. Куда разогнался? Ах ты, зомбарь завалил девушку бегущую. Понятно все. А если я вот так вот поставлю? Хорош бить бочки мои. Ах ты, соплежуйка, ты посмотри, что она делает. Да, ребята, она уничтожает девушек, которые бегут ко мне, которых я должен спасти. Вот, вот сейчас хорошо. Сейчас она добежит в целости и сохранности. Блин, зачем взял коктейль Молотова, а? Твою дивизию. Блин, я не могу отменить. Вот в чем проблема-то вся. Хорош там буянить. Давай гранату бросим туда. На дорожку. Ой, там же, блин, принцесса была. Сама виновата. Мне тут разборка, война, она бежит. В неподходящий момент она побежала. Вот что я вам могу сказать. Ты смотри, как она бежит за ней. Просто сломя голову, щемит. Так, тихо, тихо, не трогайте. Принцесса, давай быстрее. О, шикарно получилось. И поджарим всю эту шайку-лейку. Блин, все равно принцессу, а? Наказали, гады. Наказали мою барышню, блин. Я не понял, а эти что, не замораживаются олухи? Походу, да. А, нет, все нормуль, замораживаются. Все отлично, давай туда еще гранату сейчас бросим. О, отлично, хорошо. Так, мне нужен еще, ребята, еще одна турель. Во, вот она. Давай, защитим. И нужно очень много бочек, потому что скоро побегут фрицы, да? А вы знаете прекрасно, что у них иммунитет. Да, у них иммунитет именно к огнестрелу. Они только вот горят хорошо. Давай, 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 через огонь бегут, пускай. Ну, вот, хорошо-то как. Отлично. Бросаем гранату им. Черт, слишком-слишком много. Где отсюда упырь? Присосался, да? А где мои принцессы-то? Я не вижу ни одной принцессы. Эй, я всего 10 спас, этого мало. Ёпросте, турели, турели просто сносят. Просто сносят мои турели, а, гады.
Жесть, офигеть, блин, что происходит? Принцесса, ты где? Я не вижу тебя, радость ты моя. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, снесли, снесли ее эти говнюки. Очень-очень сложный, ребята, ивент. Вот я вам скажу, это, ну, просто звездец какой-то. Ну, давайте, ребят, все равно будем пробовать. У нас еще с вами сколько там, 2 или 1 попытка. Потратим все попытки, раз уж серию начали снимать. Давайте уж добьем, как говорится, до конца. Так, 35. Это из 150, офигеть, офигеть. Так, если там даже попытки за деньги, мне придется фармить. Ну, а что делать? Не все так просто. На месте? На месте, пока не сбросили. Ладно, поехали. Давайте еще, у нас 2 попытки. Нужно заработать. Заработать, спасти как можно больше вот этих вот девушек. Поэтому нужно все для этого сделать. Так, взорвем их нафиг, ядрени фени там всех. Нати, говнюки. Куда разогнался, куда за барышней побежал, говнюк. Не дергаться. Так, погоди-ка, бочку, 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 бочку. Опс, отлично. Пока у нас вся жизнь зависит только от бочек. Горите, говнюки. О, сейчас я вон туда. Ах ты, паразит ты этакий. Паразит он этакий. Все-таки задел, задел мою девчулю. Вот так вот, чтобы не мешались, да? Вот это самый смак. Заморозочку поставим сюда. Еще бочонок. Так, девчуля, давай быстрее пробегай. Кстати, я так понял, она не замораживается. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, мне что? Мне нужна еще турель. Давай вот так вот сделаем. Девчули, бегите ко мне сюда. Быстрее, быстрее ко мне, пока автобус не отъехал. У вас есть время. Куда вы там разогнались? Ой, замораживается. Тихо, 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 тихо. Не трогать ее. Не трогать девочку мою. Давай быстрее, красавица. Ну что ты, принцесса, как не принцесса ты себя ведешь? Взрываем там все. Вот так вот. Еще одну заморозку. Блин. Еще одну заморозку вот сюда поставим, да? Отлично. Куда? Стоять, бояться. Опять взял коктейль Молотова зазря, блин. Давай сюда бросим, хрен с ним, потратим. Так, бочонок, бочонок, бочонок вот сюда влепим. Обычный мы поставим вот сюда. Так, ребят, ну что, вот у нас 11-я барышня бежит, это хорошо. А вот это уже плохо. Идут работяги, но они горят. Отлично. Так, секунду, опс. Хорошо, по красоте. Вот так вот. Так, давай, пробегай, пробегай, родная моя. Никто тебя здесь не тронет, не обидит. И нафига я бросил гранату, кто мне скажет? Опс. Опс. Не нравится мне вот это все, что тут бежит. Давай еще одну заморозку поставим на всякий случай. Пускай замораживаются нафиг. Ага. Все, теперь, ребят, по-моему, принцесса уже не одна не сможет пробежать. Потому что тут слишком жестко все. Тут все слишком жестко. Иди отсюда, а? Ты посмотри. Слушай, такое впечатление, что максимально я могу спасти только лишь 14 принцесс. Одну сейчас хлопнул нечаянно. Просто нечаянно хлопнул принцессу. Так, ладно, смотрим, что у нас тут дальше получится. Да ничего, ребят, не получится, потому что сейчас просто разнесут мне автобус. Да, 14 принцесс я спас. Блин, ну это мало, это очень мало. Я там, правда, 2 или 3 раза уничтожил случайно. Сам же в этой толпе. А может быть не сам, может быть ее зомби покоцали. Но... Хорошо, давайте еще. У нас последняя попытка. Ну, в этот раз, ребят, я уже не буду идти в топ. Мне хватило и той недели, как говорится. Не спавши, не евши, сидеть тут.
На этот раз я спокойненько поиграю в свое, как говорится, удовольствие. Ну-ка, гранату. Вот так вот, отлично, шикарно. Так, давай, девчуля, пробегай. А мы будем вот так вот потихоньку этих зомбарей колбасить. Ну куда вы разогнались-то, а? Олухи. Так, пробегай, радость моя. И гранатку мы бросаем, да, на всякий случай. На опережение. Блин, рано слишком бросил. Слишком рано. Ой. Да ты смотри, что делают, а. Уничтожают моих барышен и все. Хоть ты что сделай. Давай, родная, беги быстрее. Быстрее беги. Нет, 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 нет. Фух, повезло. Повезло, что турелька ее просто-напросто прикрыла. Ай, куда, блин? Какая заморозка сейчас. Ну, пробегай быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас я, если что, прикрою ее бочкой тут. Так, еще одна бежит, отлично. Это уже меня радует. Чуть никого нету. Хорошо, давай вот так, ты посмотри. Посмотри, что происходит. А как, а, нет, все нормально. О, турелечка. Давай, ставим. И пошел расколбас. Тихо там, орет она мне. В общем, нужно вон туда бросать гранаты, ребята. Практически постоянно. А здесь везде. Ну, е, нормуль. Я уж думал, не успеет. Успела, выжила. И это хорошо. Нет, 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 нет. Блин, да чтоб тебе. Ну как так-то, блин. Этот шокер. Хмырь, а. Че он сейчас сделал? Давай, роднуля, беги быстрее. Фух. Повезло тебе. Тебе просто, радость моя, повезло. Беги, 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 беги. Вот так вот. Так, давай-ка сюда, наверное, будем потихоньку бомбочки бросать. Так, это уже 11-я, да, девчуля у меня бежит? 11-я. Слушай, ну с другой стороны, это очень опасно бросать гранату на опережение. Почему? Потому что в этот момент может бежать девчуля. И она может погибнуть от этого. Тут как бы палка... Вот, смотри, смотри! Да, тут у нее не было вообще шансов. Ее снесли, просто смели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, какая тут заваруха. Нет, 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 нет. Никто тут просто уже не пробежит. Моя девчуля просто не сможет нормально здесь пробежать. Вот в чем вся соль. Посмотри, какая тут расколбасня. Ой-ой-ой-ой-ой. Жесть, жесть. А по-другому не назвать. Просто пипец. Тынч. Так, ну давай я еще вот сюда вот брошу гранатку. На опережение, ну. Давай-давай-давай. Оп. Девчуля не успела, к сожалению. Да, вот и все. Если ты упустил на ранних порах вот этот вот момент по спасению, то в дальнейшем просто нету шансов ее спасти. Просто ее будут уничтожать либо камикадзе. О, вот ты посмотри, кто там. Ты посмотри, какие тут зомби пошли. Я вот помню вот этих вот. Это мощные. Их просто так нахрапом не возьмешь. Ну и вот эти тоже, голодранцы, будь здоров. Так что, ребятули, ивент будет сложный. Но я надеюсь, каждый все-таки спасет по 150 принцесс и получит заветный сундучок. А уж что там, не знаю. Но в любом случае мы это все посмотрим, когда у нас, как говорится, насоберется нужное количество. Ну что же, по-моему, на сегодня можно и закругляться. Ивент глянули, оценили. И, как говорится, давайте до новых видосиков, до новых встреч. Всем пока и удачи!